Всем привет! Канал 100 Бальный Репетитор и сегодня мы разберем все задачи, которые были на реальном ЕГЭ в 2020 году под номером 13. А вы знаете, что это решение уравнений. Сразу скажу, видео должно получиться не очень длинным, потому что типов и на ЕГЭ именно в 2020 году среди уравнений было не так много. Стандартные тригонометрические уравнения. Мы также посмотрим сегодня уравнения с логарифмом и, в принципе, набор знаний, который необходим для того, чтобы это сделать все идеально, все типы не такой уж большой. И это значит, что каждый из вас может научиться тому, что я буду говорить сегодня, плюс изучить дополнительные методы решение уравнений, немного, может быть, больше э, понимать тригонометрию алгоритмы, и все у вас получится, вы сделаете 13 номер без ошибок. Давайте приступим, это первый наш сегодняшний пример, он выглядит вот таким образом, решите это уравнение, а потом найдите корни, которые принадлежат вот такому промежутку. Но мы это делать умеем, смотрите, у нас здесь формула проведения и двойной угол, и вот большинство задач в 2020 году были именно такие, у нас формула проведения и формула двойного угла. Но смотрите, формула приведения, давайте сначала разберемся с ней у нас корень из двух останется а косинус поменяется на синус из-за угла в пополам здесь будет у нас просто синус x а вот здесь тогда мы можем несколько формул взять их три на косинус двойного угла что же возьмем сейчас Та, которая через синус единицы, минус 2 синус квадрат. Единица минус 2 синус квадрат х. Соответственно, здесь плюс минус 1 равно 0. Почему взял ее? Ну, очевидно, да, чтобы решать все через синусы. Единицы ушли, и получается, что мы синус х сможем теперь вынести за скобки. В скобках получится, корень из 2 останется вот отсюда, и вот отсюда будет еще минус 2 синус x равно это нулю. Произведение равно нулю, когда один из множителей равен нулю, либо синус x равен нулю, либо вот здесь вот это равно нулю, но это когда синус x равен корень из двух пополам. Какие мы получим вот здесь вот корни? Либо x равен π на 4 плюс 2πn, n принадлежит z, либо x равно 3π на 4 плюс 2πn, где n принадлежит z. Буквы можно оставить одни. Синус x равен нулю, синус координата по y, где x равно pn. n принадлежит z, ну давайте здесь тоже напишу. А теперь переходим к тригонометрической окружности и решению пункта B. Я рисую тригонометрическую окружность. На ней сначала что делаю? Сначала отмечаю границы промежутка 5π пополам, это 2,5π, находится вот здесь, 4π находится вот здесь. Нужно обозначить теперь сам промежуток. Делаю это с помощью вот такой вот штриховки. И в оформлении, кстати, это тоже можно и нужно даже использовать. Дальше пишу магическую фразу. Сейчас скажу, что за фраза, откуда она взялась. С помощью числовой окружности определим корни, которые принадлежат промежутку от 5π пополам до 4π. Точка. Нам подойдут корни, потом перечитаем корни и все, и пишем ответ. Почему взял такую фразу? Есть у нас сайт ФИПИ. На этом сайте ФИПИ в разделе региональным по моему предметным комиссиям регионы там есть оформление работ, которые были на реальных ЕГЭ и комментарии экспертов. И вот есть. Пару шаблонов, которые от самих вот этих, видимо, проверяющих, вот как пример нам даны. И там вот написана эта фраза, оттуда мы ее просто взяли, Ctrl-C, Ctrl-V, поэтому если мы ее вставим, когда мы ее вставим в ЕГЭ, то к нам уже не придерутся. Вот что нужно сделать? Еще раз. Граница, окружность, отме... граница промежутка. Отметить это, выделить этот промежуток. Отметить корни, синус равен нулю у нас. Вот в этих точках отметили эти точки. Также отметим, наверное, ну давайте отметим вот эту. Можем сказать, что она, в принципе, нам не нужна. И вот это. У нас будет три корня. Каждый из корней нужно подписать. Это 4π, значит здесь 3π. Ну, логично, да? 4π минус π. А здесь как? Как же здесь 3π минус π на 4? Вот так можно посчитать. То есть мы идем в обратную сторону на π на 4. 3π минус π на 4. 12 π на 4 минус π на 4. 11 π на 4. Подписываем корни на окружности. Далее записываем ответ. Вот первый номер. Когда я говорю, как нужно готовиться к тринадцатому номеру, помимо того, что я говорю, нужно знать всю тригонометрию, все логарифмы и вот все, э, что касается степеней, Помимо этого, необходимо знать методы решения уравнений. И дальше у нас как раз уравнение, кубическая, которая казалось бы кубическая, но на самом деле просто про один метод. Это называется метод группировки. Мы смотрим, что же у нас похоже. Корень из трех и корень из трех. Вот здесь вот есть похожие вещи. Подчеркну одной черточкой, но все, что осталось, подчеркну вот здесь вот таким образом. Тогда я могу вот из этих двух слагаемых вынести общий множитель, и это будет 2 косинус х. Заодно поймете, ну если кто не знает, как работает группировка. Что останется? Здесь останется косинус квадрат х, здесь останется плюс 1. Что я делаю с этими двумя? Тоже выношу общий множитель за скобку, и в данном случае это плюс корень из трех. Тогда здесь у нас останется в скобках косинус квадрат х плюс 1 равно 0. Как понять, что группировка сработала? Это значит, у тебя есть одна скобка, которая является общей. И здесь, и здесь. Вот она. Давайте вынесем теперь скобку за скобку. Получим косинус квадрат х Плюс 1. Это за скобку. Вынесли в скобках, что здесь осталось? 2 косинус х. Что здесь осталось? Плюс корень из 3 равно 0. И вот он, метод наш сработал. Здесь мы получили очень прикольную вещь. Косинус можно вообще сократить на это, но можно написать. Косинус квадрат х равно минус 1. Можно написать. Невозможно, нет корней, потому что... Косинус квадрат x всегда больше, чем 0. Ну, я напишу, например, нет корней. Так, как? косинус квадрат x больше либо равно чем 0. А здесь минус 1, все, корней нет. Тогда вот отсюда получается единственный корень, который у нас есть, косинус x равен минус корень из трех пополам. Ну, давайте, может быть, сразу вот так вот числовую окружность. Мы еще не доделали пункта, сейчас доделаем. Минус корень из трех пополам, это косинус, спаси косинусов, это отмечаем. И получаем вот такие вот два значения, две точки, можем теперь их записать здесь. Х равно плюс-минус 5π на 6, плюс-минус 5π на 6, плюс, плюс 2πn, где n принадлежит z. Отлично. Теперь с помощью числовой окружности найдем корни, которые принадлежат промежутку от минус 2π до минус π пополам. Ну, π пополам здесь, минус π пополам здесь. Так, мы отметили границы, теперь выделяем весь промежуток. Точки у нас уже в данном случае стоят. Причем в границах здесь мы не отмечаем. Никакие точки корней-то здесь в данном случае нет. В прошлом э, задании у нас там были какие-то корни. Здесь никаких корней, никаких точек, значит. Так, у нас обе точки попали в этот промежуток. Как же их посчитать? Что еще можно в ЕГЭ при оформлении, прям в чистовике, добавить на числовую окружности вспомогательную точку. И я ее добавлю. Вспомогательная точка у меня будет минус π. Минус π действительно находится здесь. Смотрите, минус 2π плюс π минус π. Зачем я ее вбил? Себе, просто себе, чисто. Вот на черновичке я теперь возьму и посчитаю. На чистовик даже тянуть не буду это расчеты. Смотрите, как найти теперь вот эту точку, вот эту. Нужно взять минус π и пойти в обратную сторону, то есть вычесть сколько? Маленькую дугу, это сколько? π на 6. Получается, минус π минус π на 6 это минус 7π на 6. Вот теперь я беру и подписываю. А здесь минус π плюс π на 6. Минус π плюс π на 6. Это минус 5π на 6. Минус 5π на 6. Вот они две точки получились, ну и мы говорим, нам подходят корни, в пункте B у нас будет минус 5 минус 7 пи на 6, минус 5 пи на 6. Обычно от меньшего к большему идут, хотя это тоже, в принципе, не важно. Пункт А, пункт Б, потом ответ. Давай перейдем к третьему номеру, и он очень простой. Продемонстрирую тебе еще один метод решения уравнения, называется замена. Сделаем простейшую замену. Единица на косинус х Скажем, пусть это будет так. Как правильно делать замену? Некоторые пишут, пусть единица деленная на косинус x равно t. Можно просто написать единица на косинус x равно t. Тогда что мы получим? Что t квадрат минус 3t плюс 2 равно 0. Решать мы это будем по виете. Произведение равно 2. Произведение корней. Сумма корней 3. 2 и 1 сразу приходит на ум. Значит, либо t равно 2, либо t равно единице. Либо я сказал, значит, это совокупность. Можно потом сказать, типа, вернемся там к изначальной перемене, ну, бла-бла-бла. Мы это тоже все опустим, это, в принципе, не обязательно. Единица, деленная на косинус x, это было наше t равно 2 или единица деленная на косинус x равно единице нужно ли здесь писать одз что косинус x не равен нулю ну понятное дело что не нужно здесь мы говорим что либо наш косинус x э, равен 1 второй либо наш косинус x равен единице ну видим что тут никакого нету нуля э, поэтому зачем говорить лишнее что косинус не равен нулю в данном случае нет необходимости Косинус х равен 1 второй. Соответственно, сразу говорим, какие у него могут быть х. Плюс-минус π на 3 плюс 2πn n принадлежит z. Косинус х равно 1, это х равно 2πn, где n принадлежит z. Вот это корни, пункт А, и теперь идем, далеко идем, делаем пункт Б. Я всегда решаю с помощью окружности, там, где это можно сделать, там, где у нас нет ну где не числовой прямой решается, вот, где можно решить окружностью. А в тригонометрии, в ЕГЭшных заданиях вообще, по-моему, во всех можно решить окружностью. Я встречал задания, где нужно решать, может быть, неравенством или еще что-то такое. Но окружность – самый быстрый способ. И если ты вдруг до сих пор не понимаешь тригонометрическую окружность… Во-первых, есть видео у меня на канале. Во-вторых, это значит, что ты не до конца понимаешь тригонометрию. И тебе, чтобы не облажаться на экзамене, нужно изучить ее до конца. Минус 3π вот сюда, они нечетные, минус 3π пополам. 3π здесь, минус 3 пополам здесь. Минус 3π пополам, пополам. Идем. И теперь выделяем. Вот так выделили. У нас косинус был равен 1,2. Так вот где-то... Где-то вот здесь вот плюс-минус эти пина, три корни. И косинус равен единице, вот в этой точке. Все, все три, они прям сразу, видим, на окружности, что все три, они попадают и остаются там. Смотрите, минус 3π, плюс π, вот это вот минус 2π. Сразу можем ее взять. И она, кстати, будет являться ответом, потому что это решение, ну вот, косинус х равно единице. А теперь вот эти вот точки. Ну вот как вот эту, например, посчитать? Минус 2π нужно что сделать? Пойти в эту сторону, то есть в сторону минуса. Насколько на такую дугу приличную? Пинатри. Минус пинатри. Получается минус 7 пинатри. Минус 7 пинатри. А что нужно сделать сюда? От минус 2π пройти в сторону плюса. Потому что я иду куда? Вот сюда. Ну, против часовой, это и есть сторона плюса на тригонометрической окружности. И насколько иду? Иду на π на 3, получается, минус 5π на 3. Вот здесь я подписываю, минус 5π на 3. И записываю в ответ, что мне подходит там точки, минус 7π на 3, минус 2π и минус 5π на 3. Ну и ответ, вообще в ответе, давайте тоже сразу скажу, как нужно писать ответ. В ответе пишите пункт А, здесь у нас... Uh, x равно плюс-минус π на 3 плюс 2πn n принадлежит z, x равно 2πn n принадлежит z. И пункт b. В пункте b, что у нас тут? Несколько корней. Минус 7π на 3, точка запятой, минус 2π, точка запятой, и минус 5 пинатри. Вот эта штуку, которую я вот здесь вот что-то делал, я бы это все на черновичок. Человек бы это вообще не писал. Магическую фразу, которая написана самими экспертами, с помощью числовой окружности определим корни, которые прижимают промежутка, бла-бла-бла. Нам подходят корни, бла-бла-бла. Вот, в принципе, вот так можно оформить ответ. Еще что касается оформления, если вообще вам интересно про оформление 13 задачи, я что, больше тут, в принципе, я ничего интересного не вижу. Единственное, спрашивают, ребята, можно ли разные буквы писать? Да, можно. Пишите разные буквы. Хотите, пишите одинаковые буквы. А, Все, так, давайте следующий номер. И он же, кстати, уже будет последним. Вот он номер логарифм, И, казалось бы, должно быть тяжело и страшно. Но на самом деле это самое простое, что может попасть в 13 номере. Естественно, тебе нужно полностью знать, что такое логарифм и некоторые его свойства. Но здесь конкретно тебе понадобится знать только одну вещь – определение логарифма. Логарифм вот с таким основанием, вот от такого аргумента – это что такое? Это единица. Значит, берем наше основание – возводим вот в эту степень и получаем x квадрат минус 4x. Вот это мы сделали чисто, только зная определение логарифма, потому что логарифм по основанию а числа b это такое число x, что нужно а возвести в степень x и получить b. Вот. Так вот. Э, тут ребята разные сразу начинают говорить, а ОДЗ, ОДЗ, надо писать ОДЗ или не надо ОДЗ ну, конкретно здесь опять писать ОДЗ не надо. Почему? Потому что х квадрат минус 4 х равно чему? Мы написали, равно 5. Нужно ли отдельно прописывать теперь, что х квадрат минус 4 х должен быть строго больше нуля? Нет, почему? Потому что оно равно 5. Значит, оно автоматически становится больше, чем 0. И мы решаем х квадрат минус 4х минус 5 равно 0. И виета. Произведение корней минус 5. Сумма корней 4, корни 5 и минус 1. x равно 5, x равно минус 1. Давайте в совокупность пропишем. Мы пункт А только что сделали. Перейдем к пункту Б. В данном случае я пункт Б делаю на числовой прямой. С помощью числовой прямой определим корни, которые принадлежат этому промежутку, который у нас есть. Логарифм по основанию 3а 0,1. И логарифм по основанию 3 от 10. Давайте посмотрим. Для того, чтобы э, как-то расставить вот эти значения, нужно представить их в виде логарифма по основанию 3. В пункте B я скажу, что число 5 это логарифм 3. А здесь тот э, какой? 3 в 5, что ли. Ее мое 243. Лог 243. Вот так, по-моему. Да? Смотрите, еще раз. В какую степень нужно возвести 3, чтобы получить 243? Степень 5. Но если я ничего не путаю, 3 в 4 81, а 81 на 3 вроде как 243. А как представить минус 1? Минус 1 это логарифм по основанию 3 от чего? От 1 третьей. В какую степень нужно возвести? 3, чтобы получить 1 третью, действительно в минус 1. Опять же, я пользовался только определением логарифма. А дальше мне нужно сказать, подумать, вспомнить, что логарифм по основанию 3 монотонно возрастающая функция. И значит, чем больше аргумент, тем больше значение функции. 243 больше, чем 10, значит лог... Значит, вот так, где-то здесь, точнее еще Туда дальше будет находиться лог 3, 243. А вот лог 3 от 1 третий, 1 третья больше, чем 1 десятая, но меньше, чем 10. Значит, именно сюда попадет логарифм по основанию 3 от 1 третий. Кстати, ну, ближе, конечно, сюда, но это тоже неважно уже для оформления. И мы поэтому в пункте B у нас будет 1 корень логарифм 3... 1 третья, но давайте все-таки напишем его не так. Давайте вот это писать не будем, даже не, ну, в часовик точно не будем. Напишем, что это минус 1. Просто показали, что это то же самое, что минус 1, поэтому в пункте B мы напишем минус 1. Все. 13 задания на ЕГЭ никогда не были сюрпризом. Это стандартные базовые простые задания. Нужно изучать тригонометрию, логарифмы, все, что касается степеней, научиться решать смешанные уравнения и знать методы решения уравнений. Их несколько, это достаточно просто изучить. Это халявные два балла из второй части. Я готовлю к ЕГЭ уже больше 10 лет. Я знаю, как вас научить, как вас подготовить, чтобы вы решали эту задачу не просто правильно, но еще и правильно и быстро. Курс 8 мили поможет тебе подготовиться к ЕГЭ с 0 до 80 плюс балл. Мы пройдем там всю первую часть, все 13 задания, все типы, вообще все возможные. 15 и 17, а также бонусом 19 задачи. В общем, будет круто, а ты обязательно готовься, не сдавайся, если вдруг что-то не получается, пробивайся дальше, но... В целом, я думаю, что, кстати, многие ребята уже умеют это все делать. Но если не умеют, приходите заниматься. Пока.